чем сказал. Да, то есть что произошло? Значит, когда они начали смеяться, то пошло отзеркаливание. И начал смеяться вроде бы вначале искусственно, потом люди, глядя на друг друга, уже смеялись и не могли остановиться. Как, кстати, вы сегодня. Да? Я уже показываю, закрыли, да. А мы продолжаем. И это здорово. То есть смех у нас заразителен. Как и зевота. Если человек зевнул, многие могут повторить, да. И смех заразителен. Так вот, йога смеха именно этим отличается от смехотерапии. Тем, что смехотерапия, мозг включается взрослого человека, который анализирует, смешно, не смешно, и человек смеется какое-то ограниченное время. В йоге смеха человек может смеяться беспрерывно столько, сколько он захочет. И когда люди вот так вот вместе собираются, то происходит вообще отзеркаливание нейронной связи, и люди начинают еще больше и больше смеяться. И вы посмотрите, что у вас будет расти объем легких, что вам смеяться будет легче, будет развиваться ваше дыхание. То есть смех – это про дыхание. Поэтому йога смеха – это голосовые практики, упражнения, это игровые упражнения, это возможность включить в себе ребенка. То есть это огромные-огромные плюсы. Поэтому по йоге смеха сегодня организуется просто колоссальное количество новых и новых клубов в разных-разных странах. И даже существуют международные чемпионаты по смеху, в которых, я думаю, мы с вами тоже когда-нибудь поучаствуем, да? Согласны? Давайте сейчас с вами сделаем такое вот классное упражнение. Попрошу вас встать всех. Да? Коктейль радости. Упражнений на самом деле очень много, но это упражнение, оно мне вот очень нравится. Радуга. Радуга – это улыбка Бога, правда? И сейчас вот представим, что мы в одно ведерко наливаем. Что мы наливаем? Вот радугу счастья. Да, радуга семицветная, которая исполняет ваши желания. В другое наливаем, давайте, проговаривайте, успех, здоровье. Что еще набираем? Благодарность. Изобилие, процветание, любовь. И вот эти два ведерка. И сейчас мы будем делать коктейль радости, мы будем их на 4 счета смешивать. Приготовились? И теперь смешиваем и пьем. И смеемся. Хорошо, но мало, да? Давайте два бочонка возьмем. Таких больших бочонка. В одной радуга, в другой все, что мы пожелали. Приготовились. Делаем такую зарядочку. Смешиваем. И на себя возьмем себя тоже, вот такой вот душ. Был позитивный. Даже несмотря на то, что у него было всего 4 волоска на голове. И он любил себя, наблюдал за собой в зеркало, любовался своей прической и аккуратно расчесывал. И вот однажды он взял расчесочку, и мы повторяем за ним, и расчесывал свои волосочки на 4 стороны. Увидел, что один волосок выпал. Он вначале расстроился, но тут он вспомнил, что он оптимист, и он решил, что и 3 волоска тоже можно прекрасно расчесывать. И на одну сторону Вдруг он увидел, что еще один волосок выпал. Ой,
печалька. Но мы же оптимисты. Точно. Людмила Львовна. И он решил, что и с двумя волосками он будет очень красивым. И на одну сторону на другую и один волосок выпал. Печалька. Один волосок. Но он же оптимист. Этот волосок мы зачесываем назад. И радуемся. Последний волосок выпал. Что же делать, боже мой? И вдруг он увидел, что у него такая красивая лысина, и она так светит, как солнце. Он взял крема и решил за ней ухаживать, за своей красивой головой. Ой, какой брутальный! На супер! Он решил, что он своей лысиной будет идти и светить этому миру, как солнце. Он пришел домой, открыл гардероб и подумал, а что я сегодня одену? Пусть моя рука сама решит. Достает одежду, одевает, а это тельняшка. И танцуем. Эх, и яблочко, так куда катишься? Попадешь ко мне в рот и не воротишься. Попадешь ко мне в рот и не воротишься. Давайте посмотрим, что еще достаем. Одеваем. О, цыганский танец. И превращаемся в всех цыганочек. И пам-пара-па-пам. Давайте сделаем такую считалочку. В йоге смеха есть считалка. И когда мы хлопаем, мы массируем все наши точечки, которые связаны с нашим органом, с нашими органами. И широко раскрываем руки. И сначала медленно. Хо-хо-ха-ха-ха. 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 Yes! Хорошо, хорошо. Да! Лучший день, лучший день. Да! Миру мир, миру мир. Да! Классная читалочка? Давайте вдох. Вот, потянулись, такого лебедя сделали, прогнули спинки, на носочки стали. И выдох, как мороженое растаялось. Еще вдох. Выдох. Вдох, лебедя сделали. Ароматы все вдыхаем, все цветов, сирень, ландыши. Выдох. Молодцы. Что мы еще достанем из гардероба? Ну, скажите, кто какой хочет танец? Ну, давайте одеваем ламбада, танец ламбады. И поехали. Там-тарарарам, тарарарам, тарарарам.
Хорошо, хорошо, да. Лучший день, да. Миру мир, миру мир, да. Молодцы, молодцы. Давайте немножко сделаем дыхательные практики. Итак, сейчас мы будем петь букву, которая легче всего поется, это буква А, да? Итак, мы набираем именно в живот воздух. Ребята, это очень важно, потому что у женщины они обычно дышат грудью, а нам нужно, чтобы наш живот, как воздушный шарик, надулся. Положите руку на живот, делаем через нос вдох, и потом пропеваем А, максимально стараемся дольше выдыхать. Приготовились? Теперь набираем животик воздуха. Все вместе, кто хочет водички попейте. Напевать букву О. Итак, вдох. До конца выдыхаем. Получилось? Теперь звук У. Приготовились? До конца все, да? До самого конца. Из буква И. Приготовились? Вдох. Вот когда вы набираете живот, потом вы можете набрать и верхнюю часть воздух. То есть первое у нас живот, потом можете добрать еще. Приготовились? Надо стараться, чтобы вот все наши резонаторы чувствовали эти звуки. Бывает такое, особенно при, когда поем, вот щекотно, где-то чувствуете, вот резонаторы включаются, это очень хорошо. Даже будете чувствовать, как голос меняется. Не случайно певцы используют, да, вот такие голосовые практики. И приготовились, мы будем М делать. Ну, начнем с О и переходим в М. М. Получилось? Да. У кого щекотно здесь было, кто почувствовал? Да. И животом получается у всех дышать? Пока плохо. Не получается. Давайте руки на живот. Потренируйтесь. У нас здесь шарик надувной. Шарик надувной. Еще раз ом попробуем. И вдыхаем воздух. Ом.
молодцы. Ну, теперь буква Я. Буква Я – любимая буква, потому что это про нас с вами, да? Поэтому споем с любовью к себе, с любовью ко всем нам, ко всем окружающим, этому миру. Приготовились с большой благодарностью и док живот. Я. Откашливайтесь. Если будет откашливание, это очень хорошо. Это все проходит. Откашливаемся. Хорошо. Приготовились. И еще раз. Буква Я с благодарностью к Всевышнему, ко всему миру, во имя мира. Приготовились и... Молодцы! Вдохнули морской бриз. Выдох. Вдох, набираем энергии. А выдох, все нехорошее. Выдохнули, это все нехорошее. Собрали в кучу, слепили, слепили. И со смехом выбрасываем в окно. Остались. Давайте все, абсолютно все. Слепливаем, как снежный ком, еще остатки все. Наши депрессии, наши все печальки, наши все минусы, раздражения, все, что нам не нравится. Собрали это все, подняли и далеко. Молодцы, молодцы, ребята, а теперь мы со всем справились, мы с вами посмеялись, мы пожелали всем мира, мы избавились от всех наших отягчающих камней, да, все, что грузило были на нас. Мы легко себя чувствуем, классно. Давайте себя похвалим. Обняли друг друга. Вот такой обнимашки. Посмотрели на себя. Ой, какая я классная. Я себя люблю. Представьте себя маленьким ребенком, которого обнимала мама. Обнимите себя. Увидьте в себе маленького ребенка. Обнимите себя. Направьте к себе любовь. Нежность. Похвалите себя, погладьте себя. А теперь обнимашки друг друга. Ух! Обнимаем, обнимаем Людмилу Львовну. Обнимаем Ирочку. Обнимаем Наташеньку. Обнимаем Ларисочку. Светлану. Ирину. Девочки, все всех вас. Большой-большой круг, давайте, большую обнимашку. Собрались все, все и друг другу сделали такой посыл радости во имя мира во всем мире. Аллилуйя. Посыл любви, доброй энергии, здоровья. Все, что вы сами себе желаете, отдавайте сейчас вовнутрь. Вот всех обняли, всех обняли. Покачались. Да, ну, всех. Как вы себя чувствуете, ребята? Отлично. Прекрасно. А давайте замерим по шкале радости. Вы знаете, у кого сколько было, замер какой, да? Давайте сейчас по шкале радости от 1 до 10. Но кто желает, скажите, сколько было и сколько стало. Вот сейчас можно по желанию включать микрофоны. Да. Было 6, стало 10. Было 5, стало 10. Отлично, похлопали, Людмиле. Еще. Было 7, стало 10. Отлично, но даже 6, 10, это вы уже в таким хорошим были настроем, молодцы.
Еще кто поделится результатом? Было 7, у меня тоже 7 было, но сейчас на 10. На 20. Отлично, отлично. Знаете, говорят, чтобы больше было, чтобы меньше было гадостей, копите маленькие радости. Сделайте все дома банку радости и вместе со своими детьми в течение каждого дня записывайте, хвалите себя, даже вот я сделал зарядку, я молодец, да, я посмеялся, я молодец, я там еще выполнил какие-то хорошие дела, там помыл посуду, себя обнял, за все хвалите, пишите все хорошее, что есть, все, что вас в жизни обрадовало, и складывайте вот в эту баночку, и чтобы больше у вас было радости. И всем такое домашнее задание, ребята. Но постарайтесь как можно дольше просмеяться, минимум 15 минут за день. Потому что на самом деле люди, оказывается, очень мало улыбаются. И когда была статистика, у людей спрашивали, как часто они смеются, но были люди, которые вообще за день ни разу не смеялись. Были люди, которые за неделю ни разу не смеялись, кто-то улыбался. Ну, то есть мы смеемся очень мало, в отличие от детей. Да, в Библии сказано, радуйтесь, будьте как дети, всегда радуйтесь. 360 раз сказано слово радуйтесь, да. Поэтому, ребята, мы рождены для того, чтобы быть счастливыми, для того, чтобы дарить это счастье другим. И счастливый человек, он не будет воевать. Счастливый человек, он не будет враждовать. Счастливый человек излучает счастье. И если мы сейчас будем излучать это счастье, если нас будет становиться все больше и больше и больше, то действительно будет много здоровых, счастливых и жизнерадостных людей, которые будут хотеть только творить добро на этой земле. Ведь вся наша планета – это наша Родина. Но если кто-то желает еще что-то сказать, ребята, поделитесь своими ощущениями. От избытка сердца говорят уста, поэтому мы уже здесь свои, прям родные, пообнимались. Уже никто не должен стесняться. Включите, пожалуйста, микрофон и дайте какую-то обратную связь. Знаете, благодарю, замечательное такое упражнение классное. Наверное, оно самое лучшее для меня. Это действительно интересно, и в душе такой подъем. Вот, благодарю всех-всех от души, и вас, Лариса, особенно за то, что вы сегодня нам это показали. Вот, всех обнимаю, целую, всего вам доброго, светлого, радости побольше, еще смеяться и дальше продолжать. Благодарю, благодарю. Кто еще? Ларочка, ты нам еще добавила знаний, что это не просто, что это для каждого открыто, это здорово. Поделилась вот такими замечательными людьми, которые истоками этими, да, откуда это все взялось. И это здорово, что мы можем это передать своим детям, своим внукам, своему роду. Благодарность огромная. И вот еще главное, чтобы каждый понимал, когда вы эту радость передадите другому человеку, у вас в душе родится еще больше радости. Потому что вы замечали, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Поэтому отдавайте эту радость, не стесняйтесь. Говорите об этом людям. Каждому, вот каждому. И сегодня вы узнали, чем отличается йога смеха от смехотерапии. Вы узнали, что йога смеха – это круче. И я думаю, что все те вот, даже вот крупицы того, что вы сегодня услышали, уже сподвигнет вас на то, чтобы вы стали заниматься вот такой вот смехозарядкой, да? Чистите зубы, пусть у вас будет смехощетка. Встали под душ, пусть это будет смеходуш. Когда вы танцуете, пусть это будут смехотанцы, как у нас сегодня было, да, мы танцевали и смеялись. Пусть в вашей жизни будет как можно больше смеха. А смех – это успех. Смех – это жизнь. Поэтому мы рождены, чтобы сказку сделать былью, дорогие мои. Ну и давайте, я хочу вас спросить, кто молодец? И на себя показали. Я молодец. Я молодец. Кто молодец? Кто молодец? Ты молодец. И ты молодец. Кто молодец? Мы молодцы. Мы молодцы. И минута смеха. За миг потемнили.
Дорогие друзья, вот мы уже начали выполнять домашнее задание, да? Поэтому побольше вам смехов, больше 15 минут вам задание, чтобы вы сегодня за день просмеялись. Хорошо, мы рушим шаблоны, мы убираем несмеющихся людей, да, в нашем лице, а мы зажигаем улыбками всех окружающих. Все, всем радости, выполнения домашних заданий и до новых встреч, друзья. Всем спасибо, вы большие молодцы. Ларисочка, благодарю, это было очень круто, классно, я для себя много взяла, прям сколько я провожу вот тренировки, поэтому я вообще в восторге, мне так все понравилось, я теперь понимаю, как 200 смехов, наверное, надо проводить, потому что я сама смех не проводила, я просто давала всегда тему, о смехе говорила, но каждый смеялся.